некогда дом развивается, и зеленеют рощи по весне. На сцене ансамбль «Веселая кадрилька», ДЦ «Молодежный», руководитель Александр Терещенко. Звучит песня оптинских казаков «Любо мне». Коллектив сложился недавно, на конкурсе дебютирует и выгодно отличается от других своим репертуаром, самобытностью исполнения, введением элементов хореографии. Жюри присуждает ансамблю специальный диплом за оригинальность и новизну репертуара. Дипломом за многогранность образа награжден аккомпаниатор Сергей Корнышев. Он помогал подготовиться к конкурсу пяти коллективом. Трепетно звучит в исполнении ансамбля академического пения «Кантилена» песня «Ой, цветет калина» из кинофильма «Кубанские казаки». 35 лет верно и преданно служит искусству руководитель ансамбля Галина Постникова. Это моя жизнь, а не все для меня. Школа и моя «Кантилена» – это воплощение всех моих устремлений жизненных. Эх, эх, ребятушки, разве нам горевать на души? Любо дорого, слово ворога, воскресавелькой покраши. Ансамбль ярмарка КДЦ «Полет» Никольского поселения готовится к 25-летию. Четверть века им руководит Анатолий Гавриленко. В его коллективе люди разных поколений. У нас и вот и молодежь, вот Маечка тут недавно стала петь, тоже и нравится ей вот эти песни. Особенно вот сейчас же фестиваль посвящен Дню российского кино. Когда станица спит, там тан-та-ри-да-ри-да-ри-да-ри-да, вот она с удовольствием спела. Я уже год занимаюсь в этом ансамбле, мне очень нравится, потому что это моя душа, это моя жизнь. Без этого я просто не представляю себя как человека, как личность. Я так не представляю, как я могу без коллектива. Не могу уже, потому что он поднимает дух, поднимает настроение, здоровье. И надеюсь, что нам еще долго-долго будем жить и пропагандировать. Еще один вокальный ансамбль народной песни «Немчиновские зори» – хормейстер Михаил Тараник. За его плечами десятки лет работы с самодеятельными коллективами. Особенно он ценит участие супружеских пар. Без песни просто нам жить невозможно. Я всю жизнь я сам играю и поем, и дома, и на работе. Песня, конечно, укрепляет семью. Песня нас сплотила, потому что в 2017 году будет 50 лет, как мы живем вместе. Я считаю, что большую роль сыграла в этом нам песня. Эх, в золоченой церкви нас с тобой венчали перед Богом и перед людьми. 2016 год объявлен годом российского кино. Потому организаторы смотра хорового искусства просили конкурсантов включать в свои программы песни из кинофильмов. И любимые незабываемые мелодии звучали в «Солнечном» целый день. Дарья Сутягина, Галина Поликарпова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».